дышать можно. Почему китайцы говорят, что дышать нельзя? Можно дышать. Привет, друзья! Фабрика каркасов, с вами на связи. Мы сегодня прибыли на Красную планету. У нас здесь появился на Марсе первый заказчик. Мы прибыли на планету на своем космическом челноке. Я напоминаю, что мы выполняем доставку на любую точку земного шара, а теперь еще на точку Красной планеты. Поэтому проще произвести выгоднее у нас и доставить сюда. Так, ну я чувствую, что кислород заканчивается. Пора отправляться дальше. В общем, до встречи. Не забывайте писать комментарии.